вот она первая сработочка 2016-2017. Мотает. Это щучка. Подождем. Что-то не понравится. Ах ты, выплюнул. Я ее видел. В общем, всем привет. Сегодня 22 декабря. Так сказать, первый выход на Макарты. Открытие именно сезона по жерлицам. Сегодня упор полностью идет на жерлицы. Выставились мы еще практически серо было, еще с рассвета. Ну и уже первая сработочка, исход был. Так сказать. Продолжаем рыбачить сегодня. Посмотрим, что у нас сегодня получится. Щучка, по рассказам, ловится уже не первый день. Лед на макартах, можно сказать, замечательный. Сантиметров 7, ходим везде. Вот. Ну и смотрим дальше. В общем, у нас еще одна сработочка. Так сказать, товарища по оружию. Взял он щучку до кила. Вот. Ну, сейчас буду в дальнейшем снимать, пробовать. Разбежка по времени небольшая. В промежутках между щучьим клевом мы пытаемся ловить окунчика. Ну, потихонечку ловится, так сказать. Картянский, ладошечный окунчик. Ждем дальше. Давай, давай, старый, давай. Сейчас посмотрим, кто там у нас. Сейчас посмотрим. Сумку сразу. Кто здесь? Никого? Никого. Щучка съедобна, грамм 800-900. С почином. Утек на разливе. В общем, сбитых щук надо, конечно же, обязательно обмыть, потому что дальше ловиться. В общем, у нас очередная сработка. Сейчас будем смотреть. Сейчас возьмем интервью у счастливого обладателя сработки. Раз, 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 как вам это удалось? Как оно свершилось? Как оно? Самое, по чуть-чуть раз. Ну, оно, наверное, просто дернуло. В прошлый раз тоже как бы просто дернуло, но тем не менее был результат. По лесочке видно, что что-то там упало. Холостая. Ждем дальше. Вот, судак. Похоже на судака даже. Да. Возможно, был судак, потому как глубоко пропаханы в одном месте клыки. We'll be right back.
хочу обратиться к рыбакам, не в обиду никому, наполовинку. То есть те, которые рыбачат в основном летом. Зимняя рыбалка, это, конечно же, своеобразное удовольствие. Своеобразное, просто бешеное удовольствие. Когда ты ловишь вот такого небольшого, незначительного окунчика на лесочку 0,8, это просто непередаваемое удовольствие. Поэтому, кто очень сильно боится, кто-то мерзнет, кто-то боится льда, дождитесь момента, когда будет лед крепкий. Поедете с кем-то со знакомых рыбаков, кто рыбачит зимой, вы тогда поймете. Одна из самых таких рыб интересных, конечно же, просто интересных, просто на которой нужно учиться рыбачить зимой, тоже не раз говорилось не только мной, это окунь. В частности, такой спортивный окунечек доставляет массу удовольствия при зимней рыбалке. Секретов зимней рыбалки уже практически нет. В сети можно найти все. Немножко скажу о том, чем люблю я ловить. Я люблю мормышечка, называется она муравей. По крайней мере, у меня, как правило, она больше всего ловистая. Больше всего мне нравится ловить именно на эту мормышечку. Вольфрамчик. Вот. В разной цветовой гамме есть. Цветом попугайчика есть золото. Эти мормышечки мне больше всего нравятся, и они у меня, как правило, больше всего ловятся. Окунь — это прежде всего, конечно, спортивная рыбалка. То есть попробовал одной лунки, но его самое главное — найти. Только нашел, и все, пошел. Ну вот сейчас я состою с одной лунки, я взял буквально в течение там нескольких минут штук 6. Сейчас зайти. Будем искать дальше. Очередная сработочка. Я даже не увидел, услышал. Щучка мотает. Сейчас будем посмотреть. Ты погорчик взял? Железно, а там и больше. Может, будем надеяться. Надежда умирает последняя. В общем, мы с рыбой. Товарищи, по цеху очередная сработка. Пойдем помогать снимать.
пионерские галстуки тоже пригодились уже и в этой жизни. Нельзя ставить рядышком жерлочки, потому как можно наделать беды. А с другой стороны, когда щука идет косяками, тогда, конечно, надо, чтобы плотненько жерлица стояла, да. Вредно. Мой полторушечка. Рыбалочка подходит к концу. Буду заканчивать уже. Свет уходит. Вот. По результату у нас получилось 6 штучек, 6 щучек. Был сход, были поклевочки. Работал окунчик, карасик. Ну, карасик был как бы немножко в приоритете у щуки. В ближайшее время, не знаю, получится или не получится выскочить. Работа. Вот, ну, буду надеяться, может быть, на выходных до обеда проскочу. Подписываемся на канал, ставим лайки, кому нравится, комментируем, общаемся. До новых встреч на канале.